Марина, с победой, но, судя по твоему настроению, не слишком довольна тем, какой счет. Это так? Спасибо. Ну да, немножко недовольна, потому что должны были забивать намного больше. И, ну, не знаю, по игре должно быть другой счет. Вот, и поэтому расстроились, что что-то не получалось. Но это первый матч, я думаю, дальше будет намного лучше. А из-за чего не получалось? Соперник был так хороший или что-то вы не сделали то, что должны были сделать? Нет, дело не в сопернике, я думаю, дело в нас, что какой-то технический брак, и я не знаю, может, то, что первый матч все переживали, может, из-за этого что-то не получалось. Моментов много можно было создать, и счет должен был совсем другим быть. Ну, то есть могло сказаться и волнение, да? Мне кажется, да, первый матч, все, ну, может, как-то волновались и, ну, такую игру показали. Но мы можем много лучше играть. Вот. Как физически себя ощущаешь после матча, потому что скоро уже второй матч с Черногорией? Отлично, готова второй матч играть. Вот, ну, хорошо себя чувствую. Сегодня, несмотря на то, что достаточно так прохладно, пришли болельщики. Насколько чувствовалась и ощущалась их поддержка? Спасибо, что пришли. Поддержка прямо сейчас слышала всех болельщиков. Спасибо всем, что пришли. Ну, приходите еще на следующий матч. Изучали вы Азербайджан. Чем соперник удивил? Ну, особо ничем. Мы все, что разбирали, все то и было. Просто дело в нас, мне кажется, то, что мы как-то не получилось чуть скрыть и в завершающей стадии забить свои голы. Мне кажется, надо было раньше забить гол, и игра лучше пошла. Твой рецепт на следующий матч, что нужно сделать, чтобы забить как можно больше и опять не пропустить? Мне кажется, мы должны играть намного быстрее, не опускаться до игры соперника в медленный матч такой. Мне кажется, надо гораздо быстрее действовать и в завершающей стадии, и вообще везде. Вот, и счет будет совсем другой, игра будет другая. Надеюсь, так и будем. С победой еще раз. Спасибо.